Здравствуйте, дорогие участницы нашего СП. Здравствуйте, гости и подписчики моего канала. Представляю вашему вниманию третий сезон совместного проекта «Мои любимые коты». Но что ты будешь делать с этими котами? Милыми, забавными, наглыми и мурчащими. Мы их всякими любим, поэтому и продолжаем их вышивать. А вышивки, они особенно хороши. Также хочу начать с еще одной приятной новости. У наших совместных проектов появились спонсоры. Во-первых, наш старый и добрые друзья – это магазин «Клубок желаний». Магазин «Клубок желаний» представляет нам набор на розыгрыш по итогам СП. И этот набор называется «Самый лучший подарок». Посмотрите, действительно новогодний, зимний и сказочный. Посмотрите, сколько деталей, а главное, сколько эмоций, сколько радости передается в этом сюжете. Очень красивый наборчик, и по итогам наших совместных проектов мы его разыграем среди готовых работ. У нас созданы альбомы с готовыми работами, куда нужно будет добавлять ваши фотографии, и мы в конце совместных проектов сделаем розыгрыш. Также присоединяется к спонсорам Марина Шматкова, которая является также и участницей нашего совместного проекта. Но у Марины есть группа ВКонтакте, и Марина у нас мастерица по изготовлению маячков, шармиков, иголочек и, в общем, всех этих милых, прекрасных аксессуаров, которые дополняют наше рукоделие. Марина сейчас находится в отпуске, поэтому пока она еще не показывает, что она подготовила, но обещала, что сделает что-то особенное для розыгрыша. Конечно же, как только подарок будет готов, фотография появится в нашей группе ВКонтакте. Возможно, это будет сюрприз, но посмотрим. В любом случае, я думаю, что это будет что-то очень-очень интересное. Встречайте заявку Светланы Кузнецовой. Светлана будет вышивать милейший наборчик от МП Студия очаровательных котиков. Размер работы 13 на 18 сантиметров. Вышивается крестом, полукрестом. В общем, здесь полная зашивка. Это 18 каунт. Светлана желает всем удачи. Присоединяется к нам Анна Коновалова с пантерой, которую она вышивает на аиде 18 каунта черного цвета. Данную работу Анна начала вышивать 25 мая 2020 года, но пишет, что неделю повышивала и поняла, что тяжело на черной канве вышивать, но работа очень нравится. Ну что, Анна, не переживайте, мы вместе справимся с вашей пантерой. Я думаю, что девочки сейчас в комментарии напишут вам много разных советов, как можно упростить себе работу. Ну а также Анна добавляет работу сына, своего сынишки 10-летнего, который тоже вышивает милого котика, работает с левой стороны. И посмотрите, как хорошо потрудился малыш. Супер! Юлия Дубинкина присоединяется к нам с набором фирмы Риолис «Котенок на книжке». Очень милый сюжет и давно хотелось отшить, пишет нам Юлия. Надеюсь, в вашей дружной компании я смогу это сделать. И если я его вышью раньше, чем закончится СП, то начну пару к нему «Котята в корзине». Юлия, я держу за вас кулачки. Очень хочется увидеть эти работы отшитыми, поэтому давайте только вперед. Наталья Иванова вышивает набор фирмы Dimensions Макс Рыболов. Размер работы 35 на 30 сантиметров. Вышивается на аиде 18 каунта. Пишет нам Наталья, что это ее первый Dimensions, и Наталья от него находится в легком шоке. Ну что ж, Наталья, для первого Dimensions, да, конечно, немножко сложноватая работа, но поверьте, все получится, вы справитесь, и будет, наверное, одна из любимейших работ, так же, как и у меня. Желаю вам удачи. А вот и вторая работа Натальи Ивановой. Это Риолис «Магия ночи» 10 на 30 сантиметров, вышивка шерстью, вышивается на аиде 14 каунта и опять же черная основа. И пишет нам Наталья, да, это
дизайн этого года, весна или начало лета. Увидела его в обзорах новинок и влюбилась. Долго не могла решиться, так как не люблю шерсть. Подумала, что СП будет стимулом преодолеть эту неприязнь и таки вышить этих котиков. Да-да, Наталья, вышить, вышить. Дизайн очень интересный. Вот такого пушистика будет вышивать Людмила Хараян. Набор Dimensions вышивается на Аиде 14 аккаунта черного цвета, 29 цветов мулине, размер готовой работы 30 на 30 сантиметров. Замечательный набор, новенький, ждем первых крестиков. Тати вышивалочка, когда мне подарили этот набор от Елены Элегант, у нас появился котик. Совпадение? Модель на этой фотографии – это уже наша вторая кошечка. Просто наш мальчик очень независимый и недотрога. В общем, в нашем доме все любят котиков. И как-то странно, что до сих пор нет вышитого. Будем исправлять ситуацию. Кстати, с этим проектом хотела участвовать еще в первом сезоне. Надеюсь на третий. Жду поддержки от вас. Что ж, поддерживаем, Тати. Быстренько начинайте набор. Посмотрите, что нам приготовила Наталья Ступак. Ну, во-первых, наборчик фирмы Custom Crafts «Голубоглазый тигр». Размер готовой работы 27 на 35 сантиметров. Пишет Наталья, обожаю этот набор. Планировала начать вышивать в этом году, а тут такая возможность не только вышивать, но и поучаствовать. Спасибо, Юля, за такую возможность. И вам, Наталья, спасибо, что даете нам возможность любоваться на отшивы таких редких и очень прекрасных дизайнов. Ну и второй набор, который заявляет Наталья, это «День варенья», фирма «Золотое руно». Пишет Наталья, как увидела, влюбилась, еле нашла, купила, набор снять с производства. Смешной и забавный сюжет, буду отшивать в пару к набору «Вкус детства». Вот такие замечательные наборчики, пока нет фотоподготовки, так как Наталья в отпуске, но ждем первых крестиков, ждем процессы. Ангелина Орлова будет вышивать набор фирмы Панна «Любит, не любит». Размер готовой работы должен получиться 24 на 22 сантиметра. Вышивается на Аиде 14 аккаунта. Здесь у нас используется 15 цветов ниточек гамма. Ну и в случае Ангелины используется одна ниточка ПНК имени Кирова. Пишет Ангелина. Этот набор у меня с историей, ему уже 16 лет. Правда, от набора сохранилась только схема. Я его купила, когда мне было 10-11 лет, но в силу своей неопытности и возраста я не довышивала этот дизайн. И спустя много лет, найдя схему у себя, я решила все же его вышить и попробовать метод идеальной изнанки. Повышивав немного идеальной изнанкой, я быстро поняла, что это не мое. Сейчас буду довышивать, как обычно, не заморачиваясь. Можно сказать, что это раритетный дизайн. Каково было мое удивление, что Панна до сих пор выпускает данный дизайн. Очень интересная история. И, конечно же, такие вышивки, когда они завершаются, они остаются в памяти, конечно, на всю жизнь. Ксения Плеханова будет вышивать дизайн фирмы Dimensions Мэгги Рукодельница. Вышивать будет подбором на конве 18 аккаунта ниточками гамма. Также Ксения сняла свое первое видео на YouTube и приглашает всех к просмотру. Приходите, ссылочка в инфобоксе. Наталья Зенкина вступает в наш СП с набором от фирмы Алиса Басик. Шеф-повар. Размер работы 10 на 14 сантиметров. Канву заменила на мурана, цвет серебристая луна. Планирую после отшива использовать прикладную вещь. Вот такой замечательный котик. Интересно, а что получится по итогу? Татьяна Буркица пишет. Юлия, буду очень рада поучаствовать в СП «Мои любимые коты». Хочу вышить в приятной компании вот этого замечательного котика. Дизайн от фирмы Овен, называется «Рыжий». Буду вышивать его второй раз, и поэтому нитки и канву подбирала отдельно. Буду вышивать на канве Бестек 14 аккаунта. Размер готовой работы будет 25 на 25 сантиметров. Нитки ПНК и несколько цветов гамма, 22 цвета. Начало уже положено. Хочу сказать, что такую работу очень приятно вышивать. Прямо цветотерапия для глаз. Буду рада повышивать котика в вашем СП. Принимается котик. Будем рады продвижениям.
Ольга Кабачева пишет: буду вышивать хранители кофе от Золотое Руно. Размер работы 35 на 46 сантиметров. Используется 51 цвет. Канва 18 каунта. Вышивка идет крестом в две нити. Вышито чуть больше 1/4 работы, то есть 2 листа и еще чуть-чуть. Это всего из 8. Работа была начата 20 января 2020 года, вышивала 30 дней, ну и хочет Ольга закончить эту работу. Надеется, что в компании процесс пойдет повеселей. Схема несложная, но вышивать крестом в две нити на 18 канве мне не нравится. Именно у этого производителя крестики толкаются, получается неровно. Я думаю, все будет в порядке, Ольга, вышивайте, по итогу картина будет прекрасная. Присоединяется к нам также Ирина Силаева с очень-очень интересным дизайном. Это набор фирмы «Нова Слобода», называется «Перед сном». Очень интересный сюжет. Интересно, на примету вышивает Ирина или нет? Я посчитала, там 10 котиков. Будем следить за процессом. Вторая заявочка от Ирины Силаевой – это вот такой новенький наборчик фирмы «Риолис», называется «Город и кошки», осенний сюжет. Милый, очень прекрасный, размер работы 13 на 13 сантиметров. Ну и ждем продвижения. Я думаю, Ирина очень быстро справится с этим наборчиком. Марина Лакиза подготовила новенький наборчик. Называется «Летний полдень». Это фирма «Пана». Размер работы 24 на 32 сантиметра. Используется 21 цвет ниточек гамма. Пишет Марина, что очень тяжело было определиться с выбором сюжета, потому что много-много всего. Да, это так. И дизайны с котами очень-очень интересные. Ну что, у вас замечательный сюжет. Ждем первых крестиков. Анастасия Лурье будет вышивать набор фирмы «Нова Слобода. Свидание на крыше». Размер готовой работы будет 23 на 52 сантиметра. Нитки используются «Аврора 120», 34 цвета. Канва здесь «Аида» 16 каунта с фоновым рисунком. Пишет нам Анастасия, что принимает участие в СП второй раз. Очень понравилось участвовать в прошлом году. Из такой серии котов уже вышивала в прошлые года, а эту работу хотелось давно приобрести и отшить. Вот и выпал шанс. Замечательный выбор. Мы с удовольствием будем наблюдать за отшивом работы. Посмотрите, какие красивые ниточки, какой сюжет и шармики. Просто прелесть. Марина Филиппова заявляет несколько работ, но, во-первых, это дизайн фирмы «Риолис», размер работы 60 на 60 сантиметров, вышивается на «Аиде» 11 каунта под лен, используется 17 цветов ниточек. Работа уже 4 или 5 лет вышитой, примерно на треть лежит. Это отшив в третий раз, наконец-то уже для себя. А Марина сомневалась, думала, брать, не брать работу в СП, но все-таки решилась, и я думаю, правильно, потому что вместе у нас всегда получается больше, есть стимул, ну и понятно, когда третий раз отшивается работа, это уже немножко идет посложнее, но все равно преодолеем, и работа замечательная, будет вышита и будет висеть, красоваться на стене. Встречайте вторую работу «Величие и мощь». Это схема химеры «Белая тигрица». Размер работы 250 на 420 крестиков, 25 цветов плюс 7 блендов. Пишет Марина, что будет вышивать на «Аиде» 14 каунта ниточками СХС. Уже начинала вышивать на 16 АИДе нитками ДМС, но потом решила, что эта красавица должна быть большой, чтобы чувствовалась мощь хищного зверя. Поэтому Марина купила АИДу 14 каунта ниточки СХС, сделала первые крестики и вышивает на раме дубко с правого нижнего угла. Вот мы видим первые крестики. Будем следить за ростом этой работы. Настя Маркова принимает участие в нашем совместном проекте с наборчиком фирмы «Риолис» «Абиссинские кошки». Размер готовой работы 40 на 40 сантиметров. Вышивается на канве 10 каунта. Также в набор входит пришивной элемент «Колокольчик». Используется 22 цвета шерстяных ниток. Пишет Настя, что в долгострой этот набор ушел, потому что крупный каунт, на пяльцах вышивать неудобно, выживка в три нити, чего Настя не любит.
Плюс еще и в голове у второй кошки ошиблась, сразу не распорола и отложила на несколько лет. Надеюсь, что благодаря этому СПИ я их закончу. Настя, я тоже надеюсь, что ты их закончишь, потому что очень классные кошки. На самом деле их периодически заявляют, но вот редко кто с ними справляется. Ждем обязательно финиш, старайся, мы будем поддерживать. Кошки замечательные. А вот и заявочка от Катерины Плотниковой. Пишет нам Катерина: «Добрый день. Не планировалось никаких котов. За вышивальную карьеру для себя вышито их уже достаточно. Из известных – масштабный леопард с шерстью от Риолис, знаменитый ленивый кот на ветке дерева от Dimension, смелейшие котята в корзинке. Но один раз начав участвовать в СП, трудно остановиться. И я принялась искать на просторах интернета какого-нибудь котейку. И вот она. Красавица, молодая львица. Хотя утверждать не буду, что львица, кто-то ее пумой называет. Я не сильна в зоологии. Мне похоже на львицу. Если кто-то из ваших зрителей знает наверняка, пусть нам подскажет. Размер работы будет 40 на 40 сантиметров. Используется 25 цветов, зашивка полная, без бэкстича. На обложке заявлена канва 14 аккаунта, но по факту она 16. Плотненькая, с маленькими дырочками, хорошая в работе. Спасибо за организацию очередного замечательного мероприятия. Ну и мы благодарим за участие и за возможность понаблюдать за отшивом этой прекрасной красавицы. А вот такого красавца будет вышивать Светлана Минаева. Пишет нам Светлана: в СП принимаю участие первый раз. Очень волнительно. Набор от клубка желаний. Взгляд леопарда. Канва здесь Эгда 14 аккаунта молочного цвета. Размер готовой работы 38 на 30 сантиметров. Зашивка полная. 20 солидов и 4 бленда. Техника: счетный крест, полукрест, обратный стежок, выкладная нить. Замечательный дизайн и зимний, и с кошкой. Желаем удачи. Наша Илона, канал Хвостатики, заявляет вот такой новенький наборчик фирмы Лука С. Называется сюжет «Дружественный приют». Здесь у нас мулине фирмы Анкор, 40 цветов. Вышивать будет Илона на конгресс Трамини. Это будет вышивка гобеленовым стежком. Размер работы приблизительно 22 на 18 сантиметров. Очень милая, прекрасная работа. Ну и также есть и второй дизайн. А второй дизайн Илоны – это схема от Химер, называется «В засаде». Вот такая шикарная благородная кошка будет вышиваться у Илоны. Здесь у нас используются ниточки SHS 75 цветов. Вышивка будет идти на Иде 20 аккаунта голубого цвета. И пишет Илона, что вышивать буду крестом в одну ниточку. Размер готовой работы будет 25 на 35 сантиметров. Я еще не видела отшив такого сюжета, нам будет очень-очень интересно. Можете также переходить по ссылке на канал Илоны и смотреть уже все более подробно. Евгения Игонина будет вышивать вот такой милый сюжет от фирмы Алиса, Барсик и Лилу. Размер работы 108 на 73 крестика. Процесс еще не начат, это новый наборчик. И Евгения сейчас лежит в больнице, поэтому взяла вот такой маленький наборчик. Желаем скорейшего выздоровления, ну и, конечно же, ждем побольше котов. Наталья Власова к нам с наборчиком от фирмы «Чудесная игла». Это замечательная пара котят. Вышиваться будут на Аиде 14 аккаунта ниточками гамма. Размер готовой работы 24 на 26 сантиметров. А вот такого кота у нас еще не было. Встречайте, дизайн Хаэт, разрази меня гром. Размер работы 399 на 499 стежков. Канва двунитка 24 аккаунта, вышивается полукрестом в две ниточки. Это заявочка от Анны Выговской. И пишет нам Анна: этого кота начинала в 2015 году в СП «Мои любимые коты». Но было много других работ, поэтому коту пришлось ждать 5 лет и третьего сезона СП «Мои любимые коты». Вот так. Ну, знаете, Анна у нас очень удивительная рукодельница. Она все свои работы обязательно вышивает, ничего не остается. Поэтому все идет по строгому плану. И у Анны большие сложные работы, хаэт
масштабной работы. У Анны есть канал, переходите, и вы можете ознакомиться с творчеством Анны более подробно. У Татьяны Туровой много котов, но Татьяна выдает нам их по одному. И начинает Татьяна с наборчика от фирмы «Вышивалочка» «Аромат цветов». Это вышивка бисером. Работа уже начата, и ждем дальше продвижений. Алла Красноярская. Домовенок Поварешкин. Набор фирмы «Панна». Размер готовой работы 24 на 24 сантиметра, 150 на 150 крестиков. В набор входят канва «Аида», нитки «Гамма» 28 цветов, часовой механизм. Когда я участвовала во втором сезоне, к моим двум любимым котам добавился третий. Если в этом сезоне появится еще один, будет, пожалуй, перебор. Поэтому, честно скажу, вступаю в СП с опаской. Специально выбрала сюжет, где кот не единственный персонаж. Надеюсь, повезет. Ну, я тоже на это надеюсь и желаю удачи. Ирина Жукова заявляет нам вот такой интересный буклет от фирмы Dimensions. Называется «Усы и крылья». Пишет Ирина: «Буду вышивать на льне Swagger 32 каунта с перламутровым люрексом. Ниточки анкор по ключу. Этого котика собиралась вышивать еще в СП «Мои любимые коты 2». Подала заявку, но не получилось. Думаю, в этот раз в дружной компании все сложится. Ниточки заказаны, еще в пути. Ирина, держу за вас кулачки, чтобы все точно получилось». Встречайте очень серьезную заявку от Екатерины Косенко. Набор фирмы Joy Sunday D076 на канве с принтом. Размер канвы 45 на 84 сантиметра. В работе 34 цвета мулине СХС. Вышивка идет в крестик в две ниточки. Процесс начат 7 ноября 2019 года, и почти год я не притрагивалась к этому процессу. Сейчас снова включила его в свою ротацию и надеюсь с помощью этого СП хорошо продвинуть работу, а может быть даже и закончить. Очень хотелось бы посмотреть на эту красоту. Анжелика Журавлева присоединяется к нам с наборчиком фирмы Dimensions. Снежный леопард. Размер работы 38 на 30 сантиметров. Вышивается на ID 14 аккаунта. Оригинальный набор, новенький. Очень ждем первых крестиков. Юлия Зверева. Добрый вечер. Впервые хочу принять участие в СП. Выбрала легендарный набор Dimension. Слишком устал. Думаю, все знают комплектацию, но правила есть правила. Итак, размер готовой работы 27 на 27 сантиметров. Канва 14 каунта, цвета Ivory, 21 цвет ниток. Всем участникам желаю вдохновения. Рукодельными деликатесами нас балует Елена Канева. И Елена заявляет: набор фирмы Dimensions Nine Leaves. Американская сборка. Здесь у нас ниточки Елена уже разобрала, в основе была равномерка. Будем с огромным удовольствием наблюдать за отшивом этой компании котят. Если честно, первый раз вижу и этот дизайн, и этот набор, поэтому ждем, конечно же, первых крестиков. Галина Агеева пишет: «Хочу присоединиться к СП со стареньким набором от Sunset Patchwork Kitten. Артикул 12.064. Работа вышивается в технике гобелен шерстяными ниточками. Уже давно хотела попробовать эту технику, но так и не решалась. В запасах лежит уже несколько наборов от Дим в этой технике, но начать решила именно с этого. Здесь и вышивки гобеленом не так много, и обложка большая. Буду использовать ее как схему. Кроме того, в дизайне меня привлекли различные виды швов, которыми вышивается лоскутное одеяло вокруг котиков. Уверена, что это будет очень интересно и красиво. Размер дизайна 30 на 30 сантиметров на гобеленовой сетке 12 каунта. Но я буду шить из этой вышивки подушку, поэтому хочу увеличить дизайн, насколько мне позволят запасы основы по краям. Ну и, конечно же, вы можете перейти по ссылке, посмотреть видео Галины, узнать подробно об этом дизайне. Очень-очень интересный сюжет. Я надеюсь, Галина обязательно его завершит и покажет нам итог. Присоединяется к нам Ольга Матросова, конечно же, с котом известным от фирмы Dimensions. Слишком устал, но это сборка НКФ.
Размер работы будет 36 на 36 сантиметров. Вышивается на AED 14 каунта ниточками SKS. Пишет нам Ольга, что для меня это животное волшебное. Когда тебе плохо, они рядом. Когда у тебя что-то болит, они рядом. Приходишь с работы, они ждут. Без них дома очень пусто. Да, эти коты умеют нас приручать. Вот такой очень интересный дизайн, это авторская разработка, называется «Попавший листве» и «Осенний», и «Кот». Данный дизайн будет вышивать Айгуля Сайфуддинова. Размер работы будет 250 на 313 крестиков, используется 44 цвета и 15 блендов. Очень интересный дизайн, ждем, конечно же, продвижений. Виктория Румянцева будет вышивать замечательный набор от фирмы Риолис «Котята в корзинке». Вышивается он на AID 14 каунта, используется 23 цвета, размер работы 30 на 24 сантиметра. Прекрасный дизайн, получается все очень-очень красиво. А вот такую работу будет вышивать Янина Преображенска. Пишет нам Янина, что вышивает эту работу для своей подруги и коллеги по работе. Она очень-очень любит котиков, и поэтому специально для нее Янина заказала этот набор, этот дизайн, который вышивается на AID 14 аккаунта. Используется здесь 44 цвета. Это набор фирмы Joy Sunday с напечатанной схемой на канве. И вот они, первые крестики. Желаем шустрой иголочки. Вот такой миленький дизайн, который называется «Пушистое чудо», будет вышивать Ирина Цветаева. Вышивается он на основе с нанесенным рисунком, размер работы 20 на 14 сантиметров, 18 цветов ниточек используется, также есть бэкстич, основа соответствует 14 каунту. Вот такой милый котенок получится. И моя заявочка, эта работа перешла с прошлого СП. И думаю, в этом СП я ее все-таки завершу, просто обязана, так как котов у меня много и все хочется вышить. Напомню, что это оригинальный набор фирмы Dimensions, называется «Африканские львы». Размер работы будет 46 на 25 сантиметров, вышивается на AID 18 каунта, цвет слоновой кости. И вот на таком этапе сейчас выглядит моя работа. Пока здесь не вышито еще ни одного полукрестика-крестика. Буду скоро приниматься. Вот, это все заявки на сегодня. Я думаю, что девочки уже шуршат иголочками и продвигают свои работы. Надеюсь, месяц будет плодотворным. И, конечно же, 1 ноября жду ваши фотоотчеты. Ну а также делитесь вашими впечатлениями от процессов. На этом у меня все. До новых встреч. Всем пока-пока.